Актер Михаил Горевой в передаче «Хватит слухов» на центральном телевидении рассказал, что очень переживает за здоровье Михаила Ефремова. Он работает в швейном цехе так же, как и другие. Его уважают, называют дядей Мишей. Это очень приятно. Михаил – человек немолодой. Из-за мелкой работы теряет зрение, рассказал Горевой. Ефремов не молод и страдает рядом хронических заболеваний. Его родные и коллеги надеются, что через какое-то время актер сможет досрочно выйти на свободу.